Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы и в этом году выбрали одну из наиболее актуальных, жизненно важных для наших людей тем. В прошлом году ОНФ занимался вопросами образования, что тоже чрезвычайно важной темой является, касается практически каждого человека, каждой российской семьи. Но о здравоохранении, что ж там говорить, это жизнь, это здоровье, качество жизни. В последнее время мы уделяем этой теме постоянное внимание и надеюсь, что все-таки на сессиях, на ваших, в ходе ваших бесед отмечали и положительные изменения того, что делается в этой важнейшей сфере. Но тем не менее, конечно же, проблем еще очень много, достаточно их больше, чем решенных вопросов. Здесь и наверняка эти вопросы пойдут сразу, эти темы, значит, соотношение платной и бесплатной медицины, качество медицины, фармацевтика, подготовка врачей, ну и так далее, и так далее. Конечно, вот, ну, любая из этих тем, какую ни затронь, каждая является, как говорят фармацевтики, жизненно важной или абсолютно необходимой темой для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Разумеется, важнейшая из тем – это подготовка кадров и социальные гарантии, уровень заработной платы самих медицинских работников. Все это должно быть в гармонии между теми, ради кого медицинские работники трудятся, и между людьми, которые получают эти, хотя я знаю, что медики не любят говорить, но тем не менее услуги. Вот наверняка все это вами обсуждалось. Мне бы очень хотелось услышать то, на что вы выходите в ходе вот этих дискуссий. И хочу вас заверить в том, что так же, как это было и в прошлом году, мы примем самые серьезные меры по реализации тех идей и тех замечаний, которые возникли в ходе работы Общероссийского народного фронта по этому направлению. На мой взгляд, чрезвычайно важным является то, что в ходе подготовки к этой сессии, с вчерашнему дню работы, к сегодняшнему, вы работали с людьми непосредственно, так скажем, с пациентами и работали с профессиональным сообществом для того, чтобы выявить то, что делается в позитивном ключе, выявить проблемы. Вот такая непосредственная, прямая связь с обществом и обратная связь чрезвычайно важна. Собственно говоря, для этого мы с вами и создавали Общероссийский народный фронт. Я на этом закончу, передаю слово нашему ведущему и руководителю ОНФ. Ну и потом попросил бы вас, конечно, познакомить меня с теми идеями, которые возникли в ходе вашей вчерашней и сегодняшней работы, ну и работы, и вместе пообсуждаем все эти проблемы. Пожалуйста.